Дух победителя. А вы знали, что еще в 2012 году изобретатель Санкт-Петербурга Александр Семенов запатентовал боевую систему, которая позволяет экипажу танка использовать для стрельбы собственные экскременты? Практически неисчерпаемый источник боеприпасов для российской армии. Видимо, именно тогда выражение аналогов нет обрело реальное очертание. Боевая машина стреляет экскрементами. Ну, убить фекалиями вряд ли получится, но вот что точно, сломить дух. Изобретатель Александр Семенов прославился на весь мир всего за один день. Танки, который стреляет отходами жизнедеятельности солдат. Вы видите, там боец у меня нарисован со спущенными штанами, и он в контейнерах как раз, извините, опорожняется. По задумке изобретателя, водитель танка должен будет сидеть на пустой емкости, предназначенной для сбора его фекалий. Военные наполняют емкость отходами сразу же или в два этапа. После того, как емкость наполнится, она сверху надежно закрывается крышкой. Затем получившийся из отходов водителя и других членов экипажа снаряд выстреливается в сторону противника. И противник весь в говне, в панике, должен убегать прочь. Автор проекта настаивает на том, что такая технология позволит решить как минимум две задачи. Обосрать противника и утилизировать экскременты и одновременно понизить боевой дух противника. Ведь когда ты весь с ног до головы в говне, воевать сильно тебе не хочется уже. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.